Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Итак, друзья, давайте-ка первым делом отведем его в ванную комнату. Да, здорово, отлично, Том, дело свои дела. Вот такой вот замечательный кубик кибершерсть купили мы ему в прошлый раз. И да, друзья, здорово. Итак, мы перешли на 79 уровень. Здорово, здорово, очень хорошо, друзья. Итак, у нас награда 435 золотых, очень хорошо. Ну как, Том, как дела? Хорошо, хочешь уже кушать? Ну давайте как мы его хорошенько вымоем и тогда пойдем покушать. Отлично, моем. Вот так хорошенько мылом намылить. Вот, замечательно, отлично. Друзья, а вы обратили внимание, что у него даже коготки на лапках и светятся? Очень здорово, очень интересная, замечательная шерсть. И теперь, друзья, давайте-ка его накормим. Итак, Том, что будешь кушать? Ну, давайте-ка подадим ему пока вот этот бутерброд. Грибочка еще дадим. Вот. Чтобы ему еще вкусненького дать. А, ну, в честь Нового года давайте-ка вот этот шоколадный тортик съешь. Здорово. Хорошо накормили. Ну, вот еще съедим вот этого шоколадного зайца. Итак, здорово, друзья. 100% накормили нашего Тома. Очень ему понравилось. А теперь давайте-ка пойдем в гардероб и немножко поднимем ему настроение, погладим вот так вот. Да, хороший там, хороший. Замечательно. Итак, уровень растет. 79 уровень. Очень здорово. Настроение у котика поднимается, а уровень все растет. Замечательно. Хороший там, хороший там. Отлично. Здорово, хорошо. Умничка. Вот такая вот замечательная кибершерсть. Да, здорово. Итак, друзья, вот мы достигли 100%. И давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание. А сегодняшнее задание у нас включить свет в спальне 4 раза. Нет проблем. Сейчас мы это задание выполним. Итак, включим, выключим, включим, выключим, включим, выключим. И еще раз. Да, здорово. Итак, друзья, задание выполнено. Очень хорошо. А теперь давайте-ка мы возвратимся и полетим в путешествие с нашим Томом. И у нас есть один билетик. И куда же мы сегодня попадем? А сегодня мы попадем в Украину. Здорово. Посмотрим, какой же там Том. Вот такой обычный серый Том. Ну, хотелось бы что-то лучшее, но вот такой вот. Да, здорово. Отлично. А теперь давайте-ка перейдем в альбом, посмотрим. Итак, Африка 7 посещений, Азия 16, Европа 15, Северная Америка 6, Океания 1, Южная Америка 5 посещений. Следующая награда у нас 10, через 10 раз у нас будет вот такой вот замечательный шлем. А сейчас, ребята, возвращаемся с вами. Итак, ребята, сейчас пойдем-ка мы с вами в гардероб и выберем какой-то новый костюмчик для нашего Тома. Да, очень классная, очень прикольная вот эта была кибершерсть, но давайте-ка мы ее снимем. Вот так. Итак, обычная шерстка и сделай обычные глазки Тома. Замечательно. А сейчас подберем что-то оригинальное. Ну, не рыжую шерсть, это точно, и не белую. Шерсть цветочек не будем называть, не надевать, и черно-белую тоже. Тигровая шерсть очень прикольная, но не используем. Черная шерсть очень здоровая. Звездная шерсть красиво, но не то. Шерсть желе, золотая шерсть. Шерсть пумы. Франкен Том очень забавный. Снеговик. Племенная шерсть, сиамская шерсть, леопардовая шерсть, радужная шерсть, шерсть культурист, шерсть белого тигра, бриллиантовая шерсть, очень замечательная. Шерсть зомби, шерсть мэнкунека, голубая шерсть пришельца и вот кибершерсть. А сейчас, друзья, мы с вами наденем робошерсть. Ну, возможно, еще что-то другое придумаем. Так, камуфляжная шерсть, розовая шерсть. Шерсть мумия и шерсть дракона. Да, друзья. И в завершении у нас идет шерсть клет.
Ну, неплохо, неплохо. Давайте-ка, друзья, все же остановимся на шерсти. Вот этой, робошерсти. Здорово. Ну, а до робошерсти давайте-ка попробуем что-то подобрать интересное. Итак, костюм с дроидом нет. Пижама нет. Костюм выходного дня нет. Костюм Хенка не то. Пижама для вечеринок. Марсианская униформа не то, костюм рэпера нет. Костюм для романтического свидания тоже что-то мне нравится, и гавайский не подходит. Футбольная форма, костюм художника, комбинезон, ослепительный наряд. Вот, вот этот костюм робота очень здорово идет нашему Тому, но и он и так в робошерсти. Кимоно не то, классический костюм нет, костюм плохого парня. Здорово, но не то. Костюм, белый костюм, форма пилота неплохо. И костюм Супермена очень здорово идет. Два, и смотрите, здорово, как еще скафандр идет. Да, три формы очень здорово идет. Костюм, робокостюм, скафандр и костюм Супермена. Форма пилота не идет. Да, друзья. Итак, давайте-ка посмотрим, как все это будет выглядеть. Вот так выглядит просто робошерсть. А если надеть какой-нибудь костюмчик, сейчас посмотрим в костюмчике. Итак, давайте-ка посмотрим гардероб. Выберем шерсть. Вот. Давайте-ка выберем вот эту робошерсть, костюм робота, и посмотрим, как это будет. Да, здорово, друзья, очень здорово выглядит. А еще посмотрим в кухне. Ну, в принципе, вы знаете, друзья, везде классно выглядит. А еще давайте-ка посмотрим несколько других костюмов. Так, вот, давайте-ка посмотрим. Вот, костюм супергероя. Как получится? Ну что, тоже довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. И еще давайте-ка посмотрим, друзья, как пойдет ему... Вот этот скафандр. Вот. А ну-ка. Ну, что сказать. Тоже довольно-таки неплохо идет. Но все же, друзья, из этих всех костюмов... Гардероб. Мне кажется, костюм робота наибольше подходит. Даже лучше, чем его естественный костюм подходит. А ну-ка. Ну, что сказать. Здорово, друзья, здорово. Только для этого костюма нужно изменить соответствующую обстановку. Вот, гостиная. Вот, меняем это современное кресло на вот такое вот галактическое кресло. Или вот такое вот кресло премиум, довольно-таки неплохой вариант. И коврик мы тоже поменяем на галактический премиум, вот так. И еще палубу мы поменяем вот так. Да, карту оставим, а вот обои возьмем и поменяем на что-то оригинальное. На что-то оригинальное. Давайте-ка мы поменяем вот на эти огоньки. Это будет как звездная ночь, друзья. Как звезды горят. Где они? Вот. Вот так оставим. И что у нас получилось? Ну, что я скажу. По-моему, очень даже здорово и замечательно получилось. А сейчас пойдем на кухню. И здесь тоже мы внесем изменения. Поменяем холодильник на вот такой вот замечательный. На галактическую криокамеру. Вот так. И окошечко мы тоже поменяем на галактическую криокамеру. Вот так. А галактический шлюз премиум, да. Вот так, очень-очень даже неплохо получилось. Вот так, замечательно. И еще обои мы что-то такое оригинальненькое тоже сделаем, придумаем, чтобы было симпатичное и прикольно. Вот так, как звездная ночь, огни сзади горят. А ну-ка, по-моему, даже очень здорово и симпатично. Так, ага, и еще ванную комнату мы тоже поменяем для нашего Тома. Итак, туалет мы изменим. Вот такой вот галактический.
И дверцу поменяем тоже. Вот такую вот фиолетовую сделаем. Вот. И коврик мы тоже поменяем. Кроме того, вот эту плитку мы еще поменяем. Вот так. Здорово. И обои. Вот. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то ты наш Том не очень сильно обрадован. То есть он более какие-то придвинутые, возможно, вещи хотел получиться. Но, как по мне, это очень все здорово у нас получилось. Очень интересно. Очень замечательно. Вот так симпатично. Вот так. Вот так. Давайте-ка вот оставим такие цветы. И звездную ночь. Где же звездная ночь? Вот где-то сейчас найдем. Спряталась. Вот. Отлично. И еще белье какое-то подберем. Красивое, симпатичное, необычное. Вот. Возможно, вот такую королевскую постель. Или вот такую. А давайте-ка вот зимнюю оставим. Все-таки новогодние праздники идут вот так, чтобы было немножко в новогоднем стиле. Да, здорово. По-моему, даже очень здорово и симпатично все получилось. Вот такой у нас интересный робо-костюм получился. И робо-шерсть. Здорово. Ну, а теперь, друзья, давайте-ка с нашим Томом сыграем. Попробуем сегодня побить рекорд в игре в дорогу. Итак, отправляемся в дорогу, друзья, вперед. Классическая игра. Итак, собираем звездочки, монеты. Наш Том едет с жалочкой и собирает всякие интересные плюшки. Вот так. Очень хорошо. Да, здорово. Отлично. Собираем, собираем. И еще вот здесь не забыть. Очень здорово. Отлично. И еще множество звездочек и монеток. Вот так. Да, 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 да. Замечательно, друзья. Очень хорошо. Вот здорово. Уклоняемся и собираем монетки. Да, отлично. Берем замедление. Здорово. Хорошо. Уклоняемся. Итак, звездочки, монеты. Отлично. И еще вот так. Да, да, да. Здорово, друзья. Отлично. Уклоняемся. Очень хорошо. Да, замечательно. Друзья, вот так. Очень здорово. Да, да, да. Все отлично получилось. Еще вот так. Очень хорошо. Итак, мы продолжаем движение. И собираем монетки и звездочки. Вот так. Здорово. И еще вот так. Должно было все пойти. Почему-то не свернула машина. Давайте-ка, друзья, аккуратнее. Вот так, да. Все очень здорово идет. И еще вот так. Да, замечательно. Отлично. Итак, собираем, собираем звездочки, монетки. Уклоняемся от бревен. Въезжаем в туннель. Не забываем за монетки. Вот, замечательно, отлично. Хорошо едем. Собираем, собираем, уклоняемся и вот так. Да, отлично, очень хорошо. И мы продолжаем движение. Да, здорово. И еще вот так, хорошо. Очень здорово. Итак, взяли замедление и движемся вперед, друзья. Вот. Замечательно, замечательно. И еще вот так. Да, отлично. Очень хорошо взяли замедление. И еще одно замедление. Вот так. Да, отлично. Очень хорошо. Продолжаем движение. И еще вот так. Ничего себе. Вот, здорово. И еще один туннель въезжаем. Замечательно. Да, все здорово у нас получилось. Итак, движемся, движемся аккуратнее. Ой-ой-ой-ой, сколько здесь препятствий. Поскольку бочек и всяких бревен. Вот так, отлично, взяли замедление. Очень хорошо. И еще вот так, да. Отлично, все здорово получилось, друзья. Собираем звездочки, монетки. Ой-ой-ой, сколько препятствий. И еще вот так. Да, уклоняемся. И еще вот так, хорошо. Ой-ой-ой, еще вот так. Ой-ой-ой, осторожно, осторожно. Ой-ой-ой. Фух, еле уклонились. Ничего себе, какое движение. Да, здорово, все у нас получилось, друзья. Хорошо. И здесь нужно быть очень аккуратненькими. Вот так. Да, замечательно. Еще вот так. Отлично. Ай-яй-яй. Ой. Ничего себе. Еще вот так.
Да-да, движемся, движемся. И еще вот так. Очень хорошо. Здорово. Итак, продолжаем движение. Отлично. Ой-ой-ой, сколько здесь препятствий. Вот так. И, к сожалению, не справились друзья. И у нас посмотрим результат. 301. Очень хороший результат. Но, к сожалению, рекорд не побит. Очень здорово сыграли. А теперь давайте-ка мы с нашим Томом попробуем построить башню стартой. И здесь побить рекорд. Хорошо. И еще вот так. Да, отлично. Хорошо, продолжаем. Вот так, отлично. Да, здорово. Еще вот так. Отлично, хорошо, продолжаем. Вот, замечательно. Еще вот так, очень хорошо. Да. Вот. И, к сожалению, друзья. Ага, вот. И, к сожалению, у нас не получилось побить рекорд, но очень хороший результат. Ну и на этом, друзья, будем прощаться. Наш уже Том немножко устал. Итак, всем пока-пока. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. Прощаемся, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!